Блины, игры, старинные забавы. Сегодня началась масленичная неделя. Это древний славянский праздник, который отмечается перед Великим постом. В народном календаре праздник отделяет зиму от весны. Масленица ежегодно отмечается в разное время, в зависимости от даты празднования Пасхи. Каждый день праздника имеет свое название и значение. Встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тещины вечерки, заловкиной посиделки, прощенное воскресенье. По традиции, масленичная неделя в Чебоксарах будет сытной, веселой и шумной. За это время жители и гости столицы смогут отведать самые разные блины и оладушки, выбрать к ним начинки на свой вкус, посетить концерты, сказочные постановки, мастер-классы и гастрономические фестивали. В Амазонии уже сегодня открылся масленичный городок. С понедельника по пятницу народные гуляния, игры, конкурсы и концерты будут проходить на территории детских садов, школ, в учреждениях культуры, на дворовых площадках в микрорайонах города. В основном в этом году количество площадок для проведения масленичных гуляний увеличилось. Если в прошлом году их было порядка 9, то в этом году уже 13. И в выходные массовые мероприятия будут проходить на 13 открытых площадках, в том числе на аллее искусств, в сквере Ова, в Баумском лесу, Дубовой роще, на площадках перед дворцами культуры, в том числе около ДК «Салют», перед дворцом культуры «Ровесник», на территории торгового центра «Мадагаскар» в поселках Лапсар, Сосновка и Чандрово. Основные гуляния выходные развернутся в парках Амазония, Лакреевский лес и в парке имени Николаева. Выступления творческих коллективов, игры и конкурсы начнутся там в субботу, 17 февраля. А в воскресенье праздник традиционно завершится сжиганием чучела.